Всем привет, дорогие друзья и гости канала. Сегодня мы с вами вновь в игре Construction Simulator 2015. Ну и продолжаем нашу строительную карьеру. Я тут одно задание выполнил за кадром. Но она заключалась в том, чтобы привезти контейнеры, как мы делали в прошлой серии, и там раскопать яму, как мы делали в позапрошлой серии. То есть я чуть-чуть вник в фазы игры. Теперь мы с вами продолжим дальше развиваться, строить, брать какие-то интересные заказы. Но на первоначальном этапе я бы хотел с вами отправиться в магазин техники и посмотреть, что там есть. Давайте возьмем наш ман. Так. Открываем карту. И съездим с вами, посмотрим, что там есть хорошего у продавца техники. Так, где у нас она продается? Так, здесь что? Здесь лесопилка. Вот он, продавец техники. Так, поехали, ребят. Так, поворачиваем. Буду ездить по правилам, включать поворотники. Тут мне, правда, ведет интересно, я, наверное, там низом проеду. Тут тоже можно. Оп. Ну и сейчас съездим, посмотрим технику. Что там почем, из какого уровня, просто я там ни разу не был. Заценим вам, с вами все это дело. А потом выберем какой-нибудь новый заказ и будем что-нибудь строить. Благо работы здесь достаточно много. Самое интересное, что машины здесь соблюдают правила дорожного движения. То есть это не просто, как знаете, бывает в некоторых симуляторах, там симулируют что-то одно. А, ну, там, к этому как-то относится так, ну, не знаю, неосмотрительно, что ли, не моделирует поведение трафика и ничего такого. Как тут громко в туннеле вообще. Продолжаем с вами наше движение. Там уже трафик впереди. Вот пустой, смотрите, ман как фигачит, да? А вот груженный, конечно, он уже едет не так бодренько. Как вы можете заметить, у меня уже третий уровень. Выполнил я там, в общем, задание. Там тоже было типа как строительство коттеджа. Но строительством коттеджа это назвать нельзя. Там больше... Ну, в моем плане это было больше подготовление. То есть я привез туда контейнер для мусора. Потом раскопал там яму под водопровод. Потом я что сделал? О, смотрите, авария. Походу это надолго. Давайте мы их будем объезжать. Вот, потом этот контейнер для мусора я отвез. Смотрите, кстати, быстро рассосалось. Я думал, сейчас это будет надолго. Ну тогда ладно, придется вот так вот немножко нарушить. Вот, ну и потом там привез пару материалов, как мы это делали в одной из позапрошлых там серий, да? То есть ничего, в принципе, такого интересного не было. Если сегодня будет тоже какое-нибудь подобное задание, то обязательно возьмем. Но сейчас я именно хотел съездить, посмотреть, что там из техники у нас есть. 50 ограничений, тормозим. Доступны новые заказы. Это, конечно же, очень радует, что заказы доступны. Так. Светофор красный. От той дороги к дилеру проехать нельзя, или она куда-то в другое место уходит. Так, зеленый. Так. Классно очень сделано. Вот эти всякие съезды, полосы вот такие, которые съезжают. Ехали. Смотрите, как нарушает интерес, да? Ехал по одному ряду, потом в другой ряд перескочил. Наверное, понял, что не туда он или повернул. Так, у нас тут главная дорога. Ну вот, мы приехали к дилеру. Сейчас посмотрим, что он нам предложит хорошего.
Может быть там такие цены, что мы только сейчас зря приехали. Ну сейчас посмотрим, в принципе, да. Так. Поворачиваем. Что тут у них есть нам предложить? Так, продавец техники. Можно купить технику для автопарка и разнообразные строительные машины производства Липкерман. Так, также он может предложить технику и других производителей. Конечно, для покупки техники нужны деньги. Купив машину, можно проверить все ее функции на специальной площадке. Тормозим. Все, стоять. Вон, техника стоит. Смотрите, какие классные маны вообще, да? Так, но мы пойдем посмотрим, что он нам предложит. Открыть продавец техники. Так, автомобиль сопровождения нам пока совершенно не нужен. Грузовик. Так, во, вот это классная вещь, да? Можно взять себе такой ман. Кстати, а вот по поводу того, старый ман, его как-то можно продать же, да? Его можно продать, если бы. Продать технику. Но давайте мы, смотрите, продадим, короче, наш старый ман, да? Продать технику. Так, вот эту. Продать. Нельзя продать стартовую технику. Понятно. А зачем тогда? Ладно, будем работать дальше. Бункеровоз, экскаватор, малый самосвал. Ну, кстати, цены такие, знаете, не сказать, чтобы прям очень огромные. Так, общий вес. Так, двигатель. Все написано. Так, а может как-то можно назад возвращаться? Я постоянно так. Так, прицепы. Малый прицеп, низкорамный. Вот еще какие, смотрите, прицепы есть. Прикольно. Вот сюда надо нажимать, походу. Блин, классно. Бетономешалка. Большегрузный прицеп. Так, автопарк. Смотрите, мантигач. Низкорамный тягач. Классно. Очень тут много техники. Интересный фронтальный погрузчик. Ого. Ого. Вот это уже весело. Но я все-таки предлагаю нам купить вот такой вот с краном, да? Будет вообще классно. Покупка. Так, за 85. Да, приобрести его. Первая машина. Даже денег за это дали, представляете? Так, ну а можем мы теперь-то продать наш малый грузовик или не можем? Продать. Нельзя продать. Ну, значит, он у нас остается. У нас осталось 50 тысяч. Но на 50 тысяч мы ничего не купим. Давайте все-таки тогда смотреть с вами, какие у нас есть задания, да? Так, заказы. Обучение. Обучение. Не, нам обучение не нужно. Мы разберемся по ходу дела. Так. Ага, расширение крыши коттеджа. Но тут нам нужно, видите, забрать груз земля 4 на гравийной заводе, перевести его к назначенному. А я не знаю, наш ман вот этот подойдет? Или надо именно... Вот это интересно, кстати. Ну-ка, автопарк. А, может он возить, да? Смотрите, показано. Может и такой возить, может и такой возить. Так, а сколько? Общий вес 18. Так, а, ну, в принципе, может довозить. Так, а этот может только такие возить. Понятно. Тогда этот ман очень хорошая штука. Так, пошли дальше смотреть заказы. Значит, копать, возить землю. И дадут нам тут 32 тысячи. Блин, ну это интересное занятие, да? Давайте мы выберем этот именно так. Отвезите малый экскаватор на объект стройплощадку. Заберите груз земля на гравийном заводе. Переведите его в обозначенную зону стройплощадки. Разгрузите там. Купить контейнер со строительным мусором на стройплощадке. И, ну это я так понимаю, там будет стоять. Тут просто такой перевод. Будет стоять контейнер, который нам нужно перевести на гравийный завод. Купить материалы. И так далее. Ну, кстати, принять контракт. Классно, да? Средняя продолжительность работы тут написано. Так, принимаем контракт. Так, прогрузочка. Возвращаемся с вами на базу, да? Ну, я, наверное, не буду записывать, как я пойду на базу. Дорогу вы, в принципе, видели.
Вернемся на базу, там подцеплюсь экскаватором нашим. Как-нибудь его погрузим, я даже пока не знаю как. И будем тогда отправляться на стройплощадку, выполнять наш контракт. Так, ребята, ну мы приехали на базу. Давайте берем наш экскаватор. Так. Давайте выключим маяк проблесковый. Так, как его заехать? Лучше задом или передом? Передом, наверное. Так, ну давайте зайдем передом. Сейчас только вот так сделаю. Оп. То есть сложим. Ну, так пускай будет. Так, заезжаем. Ага, а мы передом не заедем. У нас упрется. Тогда задом. Давай, 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 давай. Оп. Поехали, поехали. Не знаю, заедет, не заедет. Сейчас посмотрим. Масс я вроде поставил на ручник. Оп, заезжай. Смотрите, как подняла масс. Давай, 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 аккуратно. Оп. Все, мы на месте. Так, давайте только стрелу опущу чуть-чуть. Вот так сделаю. Все, глушим. Убираем опоры. Так. Задвигаем. Все, поехали до места. Так, мы тут где-нибудь выйдем. Ну, там есть дорога, да? Ну, смотрите, у нас тут сколько места. А где, кстати, наш еще один ман? Что-то я его не нашел. Он, наверное, там стоит. Его надо будет вернуть на базу потом. Так. Поворачиваем. Так, ну и вот здесь у нас, так, пропускаем сейчас. Вот здесь у нас наша где-то стройплощадка. Вон она, ее видно, да? Заезжаем. Забрать груз земля на гравийном заводе. Так. Так, давайте посмотрим заказы, активные заказы. Так, что мы? Экскаватор мы привезли, теперь забрать груз земля на гравийном заводе. Отправляемся тогда за землей с вами. Так, все, поехали. Так, значит, давайте его пока, знаете, как сделаю? Выдвину опоры. В принципе, да? Чтобы можно было съехать, если что. Оп. Так, ну и давайте мы выставим прицепной, ну этот, опору тоже, среднюю стойку, оп. Все, прицеп отцеплен. Поехали теперь за землей. Так, ну также, ребят, наверное, сейчас туда доеду, чтобы не забирать у вас огромное количество времени на дорогу. Там уже на месте тогда разберемся, что грузим, что не грузим и где грузим. Так, ребята, подъезжаем, по-моему, это здесь. Так, поворачиваем. Так, нам нужна земля, да? Так, ну я предлагаю, пойдемте мы проконсультируемся, где нам брать землю. Так, чем могу помочь? Конечно же, так, между желтыми маркерами вы можете выгружать контейнеры с грузом, это понятно. Так,
Вам понадобится бетон. Так, заезжайте под башню бетономесителя. Вот она там, понятно. Наполнение начнется автоматически, как только вы правильно встанете под раздаточным отверстием. Если вам нужно загрузить какие-нибудь сыпучие материалы, подъезжайте к воронке в здании рядом с бетономесителем. Зона разгрузки также обозначена желтым. А землей отправляйтесь под один из бункеров рядом с воронкой. В зоне, отмеченной белым. Машина будет загружена автоматически. Ну, поехали. Попробуем, ребят, да? Так. Так, давайте вот такую камеру сделаем. Землю, я так понимаю, что это там. Вон туда надо заехать. Так, здесь мы разгружаемся. А туда вам, походу, надо заехать, чтобы загрузиться землей, да? Так, пробуем. Есть контакт. 4 куба земли. Такая горочка получилась небольшая, да? Так. Забрали у нас деньги за землю. Поехали отвозить. Сейчас, кстати, посмотрим, как у нас машина бежит. Груженая. Так, наверное, не пройду в поворот, да? Да. Вам нужно задуматься о покупке новой техники. Какой техники? Не сказал. Но задумаемся потом. Так. Не знаю, мне почему-то этот ман напоминает, у нас в районе есть КамАЗ, который работает. Ну, также, ну, занимается всеми работами погрузочно-разгрузочными и так далее. И вот на нем тоже что только не возят. И он тоже такой легкий, маневренный, с каменным движком. И вот мне напоминает прям этот ман, тот самый КамАЗ. Кстати, смотрите, он, походу, не чувствует эту землю. Он с ней бежит просто дуриком. Так. Подъезжаем. Так, там какое-то место, я думаю, должно быть отмечено, да? Куда разгружать тут? Сейчас посмотрим. Тут осталось совсем чуть-чуть. Строимся мы в городе. Так, тормозим. Блин, надо было там повернуть, тут на светофор мы попали. Ну, графика такая, да? Может быть, даже ближе к мультяшной, чем к реальной. Но все равно это достаточно интересно. То есть сама игровая, ну как бы игровой процесс, игровая атмосфера здесь сделана намного интересней. И это, и в это интересно играть. По сравнению с такой мультяшной графикой. Потому что... Ну, бывают игры, в которых графика просто божественна, а сюжет, как бы, ну, блин, ни о чем реально. Давай, приезжай. Так, заезжаем на территорию. Так, ну там нам нужно будет копать. А где же нам землю-то выгрузить? Или сюда и выгрузить. Так, ну давайте посмотрим, что нам скажут. Заказы, активные заказы. Так, забрать груз земля и привести его в обозначенную с дрона зону стройплощадки и разгрузить там. Ну. Обозначенная зона. Где у нас? Что, сюда что ли? А там не было ничего обозначено. Просто я боюсь накосячить, не туда разгрузить. Нет, там ничего не обозначено, ребят. Наверное, за домом ничего не обозначено. Может, все-таки реально сюда выгрузить надо. Сейчас посмотрим. Ну да, нет ничего тут. Ну давайте сюда выгрузим тогда. Так.
Блин, неправильно было с того края начать, а я, получается, назад сдаю, чтобы выгрузить. Так, есть такое дело. Опускаем. Слушаем. Так. Сейчас. Что нам нужно сделать следующее? Нам нужно купить контейнер. Ну, это понятно. Взять отсюда контейнер со строительным мусором и отвезти его на гравийный завод. Так. Че, прыгаем тогда на нашу машину. Бункеровоз. Поехали. И нужно сейчас взять тот бункер и отвезти его опять на гравийный завод. Но дорогу опять же записывать не буду, потому что занимает это огромное количество времени. Так. Машинки такие грязные. Интересно, их помыть можно как-то? Или они такие будут грязные? И такой ман высокий вообще. Ну чисто такая рабочая машина. Так. Блин, там можно было по-другому повернуть. А зачем я здесь повернул? Непонятненько немножко. Так. Вот он наш контейнер стоит, который нам нужно взять. Со строительным мусором. Давай, 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 сдавай назад. Так, надо поровнее встать теперь. Так, мы подравняемся по ходу дела. Давайте выставим. Ну не выставим, а выдвинем наши опоры. Так, чуть-чуть здесь. И теперь надо вот так выдвинуть. Так, теперь сдаем аккуратно назад и цепляемся. Оп. Теперь мы это дело поднимаем. Так, сейчас чуть-чуть туда. Надо было выставить, в принципе, ноги, но как-то легко тогда поднялся, опустился. Так, поставили. Включили. Ну все, еду на гравийный завод и высыпаю там. Так, ну вот я добрался до сюда. Сейчас вот сюда заедем. Здесь будем разгружать этот контейнер. Я так понимаю, что оставить можно где угодно. Чуть-чуть выдвинем, чтобы не задеть. Вот так вот, оп. Оп. Так. Купить пиломатериал, ель на лесопилке и перевести груз в зону. Так, ну это, ребята, скорее всего, будем делать уже в следующей серии. Так, на этом пока прощаемся. Так что смотрите другие видео на моем канале. Всем удачи, всем пока. Ну и до новых встреч.